В аэропорту Амстердама полиция задержала двоих журналистов, которые вернулись на родину из Донбасса. Полиция Нидерландов конфисковала материалы независимого расследования катастрофы малазийского Боинга в Донбассе. Все материалы были изъяты голландской полицией. Полиция конфисковала весь отснятый в районе катастрофы материал. Взяли наши ноутбуки, телефоны и SD-карты тоже. Журналист хотел контрабандой ввести в страну улики по делу MH17. Обломки самолета и вероятные человеческие останки. Кому отдать мешок барахла с MH17? What an idiot. Что за идиот? Мусорная журналистика. Это ужасно. Позор, что останки до сих пор лежат там. Причины сомневаться в надежности следствия. Теперь, благодаря скандалу в аэропорту, голландская общественность узнала, что даже место катастрофы было не исследовано. Чего вдруг столь пристальное внимание к тем небольшим кускам металла или обшивки? Вряд ли они смогут пролить свет на произошедшее. Или все-таки смогут, приведя к выводам совершенно противоположным официальной версии, под которую изначально все данные и подгонялись.